В этом году турнир «Ворошиловский стрелок» объединил рекордное количество участников. Если 5 лет назад количество желающих испытать свои силы не превышало и 100 человек, то сегодня спортивное оружие взяли в руки более 250 юношей и девушек из школ и техникумов области. Во-первых, одна из главных целей – это, конечно же, привлечение детей к военно-прикладным видам спорта, также привлечение их к участию в деятельности ДСАФ России. То есть мы являемся, по-моему, единственной площадкой, где проходят вот такие соревнования. Поскольку на участие заявились 27 команд, соревнования пришлось проводить в 2 дня. Ученики среднего звена взяли в руки пневматические винтовки, старшие ребята – малокалиберные МВ-1. На выполнение упражнения дается 18 минут и 10 зачетных патронов. Большинство ребят в стрелковый спорт привели учителя ОБЖ и физкультуры. Нас позвал наш учитель туда ходить, и вот мы решили пойти. И мы просто сначала, всякие мероприятия были, про стрельбу ничего не знали. А потом вот у нас свозил один раз сюда, и нам понравилось. Мы решили, что будем ездить чаще, принимать участие в соревнованиях. По итогам соревнований лидерами в стрельбе из пневматической винтовки стали ребята из Саватеевки, на втором месте 39-я школа, замыкает тройку команда 5-й школы. А вот в стрельбе из малокалиберной винтовки ребята из пятерки на первом месте, 30-я школа на втором, 3-е место у Ангарского политехнического техникума. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин, местное время.